Приветствую всех друзей, подписчиков и зрителей. Сегодняшнее утро началось у меня со звонка по телефону. Позвонил мужской голос и говорит: «А мы ваши подписчики, очень хотели бы с вами встретиться. И вот еду навстречу. Давайте сейчас посмотрим, кто там хочет встретиться, на какую тему пообщаться. Все это вы сами увидите». Вот на место я приехал, где договорились встретиться. Сейчас покажу вам местечко. Здесь я почти каждый день тренируюсь. Вот такие тут гирьки, штанги кирпичные. Вот такое место. Вот тут жим лежа делают. Но тайцы железом не занимаются, это русские туристы сюда приезжают. На байках так же, как и я. А тайцы занимаются у нас вот здесь. Вот у них ринг такой для тайского бокса. Вечером они здесь включают освещение и тренируются. Вот фотографии у них. Полы такие, видите, мягкие, постелили. Ну а я тут чем занимаюсь? Вот на этой перекладинке, она очень неудобная, правда, видите, они ее никак не закрепили, закрутили какие-то тряпки, и тут тряпки. И крутится, посмотрите, вместе с рукой, видите? Если на ней что-то делать, будет крутиться вместе с рукой. И вот такие коротенькие брусья маленькие. Тоже все трясутся. Так, кто-то звонит, сейчас посмотрим. Да. Савадикра. Где он танцевал? Да, да. А да. Я удалил тот ролик. Вот встретился с подписчиками. Как зовут вас еще раз? Владимир, Оксана. Всем привет. Вот. Из Нижнего Тагила. Из Нижнего Тагила. Из Нижнего самого Тагила. Да. Молодцы, что так это настояли, созвонились. Давайте встретимся, говорите. Да. А давно начали смотреть канал этот? А вот как у вас появились тайские ролики? Месяц назад. Да, где-то так. Да, вот. Ровно месяц назад я в Таиланд прилетел. Там с Александром легенды. Александру отдельный привет. Не застали вы его, да, немножко? Немножко, да. Их вот. Ну и хорошо, что это такие, ну, простые люди, чувствуется, с вами пообщаться приятно. А я до вас уже 11 человек ко мне здесь подходило. Говорят, а мы вот вас знаем, а мы смотрим ваши ролики. Одна русская семья здесь ниже на Кози Бич живет. Говорят мне: «Во, мы вас знаем, смотрим ваши ролики». И сразу с вопросом: «А подскажите насчет экскурсии, где подешевле на экскурсии?» А я говорю: «Ребята, я вам ничего не подскажу. Я за 6 лет здесь ни на одной экскурсии, говорю, не был». Сразу как сюда приехал, начал общаться с трансами и с тайками. И они меня повели по своим кафешкам, барам, ну, по всем своим заведениям. То есть сразу я жизнь тайскую начал видеть тайскими глазами, не был даже где русские туристы толком. Ну а вы надолго? Да мы на 10 дней. И все, да. Какой день уже сегодня? Сегодня второй день. Второй день, да. Да, 26 числа мы обратно уезжаем. Тоже билетики так попались нам случайно, удачи, недорого. Да. Могу озвучить. Озвучить? Да, без проблем, конечно. За 53 тысячи всего, навсего. На двоих? На двоих. Ну, отлично. А где отель-то у вас находится? Отель-то вот у нас, вот вообще 200 метров. Вот отсюда? Здесь. Да. А я и думаю, где-то вы объясняете, поэтому и сказал, давайте тут встретимся. Вы говорите, полицейский участок. Вот он. Выходили маленький. Туда. А там 300 метров. Тоже, да? Да, там большая полиция. Я тут-то помню. И эту я помню. Мы мимо нее сейчас прошли туда. А я вот тут занимаюсь каждый день. Вот на этих брусьях. И перекладинка, он такая крутится вместе с руками. Каждый вечер приезжаю. Днем не занимаюсь, очень снаряды горячие, руки обжигают. А вечерком как солнце садится. Там
этот чемпион-то России. Уже все, а, вчера. Уехал? Да, вчера. Хотели тоже с ним увидеться. Да не то что. Вы у нас основной-то, как не, сказать, ну, как видите, духовный лидер, наш гуру. Видите, простой совершенно человек, это без каких-либо лишних понтов. И я даже... Вы видели мой ролик, где я отвечал на вопросы подписчиков и друзей, что всякие влогеры, всякие эти звезды и близкие, я ни с кем встречаться не собираюсь. Потому что цели у них одни, каким-то образом прославиться, подписчиков набрать количество. Мне с такими людьми не по пути. И недавно, вот даже в последнем ролике кто-то оставил комментарий, я хотел бы с вами встретиться, ваш конкурент. Что такое конкурент? Как понять конкурент? В чем конкурент? Да, для всех конкурентов, еще раз повторю, вам не со мной надо встретиться, как вот с обычным простым людям, а вам надо встретиться с моим роликом, в котором я отвечал на вопросы подписчиков и друзей. И вы посмотрите, сделайте для себя выводы, что такое конкурент. На все свои вопросы найдете именно там ответы. Думаю, пропадет желание после этого со мной встречаться. Звездам всяким, блогерам. На вечное лето добро пожаловать, как говорится. Ну вы вдвоем, да? Да, вдвоем мы приехали. Тоже есть. Тут тоже, вы говорите, простые люди. Наши же русские. У кого-то что-то спросить бывают такие... как смандячат морду. А это и называется непростые русские. Ну, простые, кто попроще, без понтов, легко общаются. Поехали вчера, такой пример, поехали мы вчера на рынок на такси вечером. Ну и смотрим, с нашего отеля идут тоже русские. Видно, что женщины там, человека 3-4. Я говорю, мы вот на рынок поехали на такси. Поехали с нами за компанию, ни денег, ничего не надо. Все равно туда едем. Отвернулись, лицо свернули, мы тут... короли. Ну скажи да, да, нет, да, что-то хоть улыбнись правильно. Все отдыхают, все. Я чуть попозже хочу всем русским раскрыть глаза на то, какими глазами и образом мысли смотрят на них тайцы, трансы, тайки, то есть все местное население. Потому что мы это русские друг друга хорошо знаем, кто с кислой миной ходит, кто улыбается, кто попроще, кто с понтами. А как видит это тайцы, чуть попозже я это выкладывать начну. Потихонечку, не спеша, всем буду глазки раскрывать. Что думают местные о нас с вами? Ну ладно, вам пожелаю приятного отдыха. Какие планы-то, на экскурсии или на пляж? Пляж, экскурсии что-то не очень хочется. Хотели самостоятельно съездить? Может, вы нам компанию составите? Бангкок мы хотели. Ой, Бангкок не очень люблю. Там такое... знаете, как вам выразиться, сколько там населения, как они там ходят, бродят, как муравьи по головам друг другу, очень тяжело, и дышать там нечем. Не, просто посмотреть этот муравейник хочется. Не были ни разу? Ну, с аэропорта до проезда на Квай. Вот, я, честно говоря, вам не советую вообще в Бангкок на какие-либо экскурсии, устанете очень сильно. Самостоятельно ходить. А, сами, да. Там прям вот именно дышать нечем в Бангкоке. Очень тяжелый город. Такая численность населения у нас с российским ни с одним не сравнить. Москва близко не стоит. Там прям по улицам давки такие, тебя прям подхватывает толпа и понесла. Да, не советую вам куда-нибудь еще, только не в Бангкок. Ну, мы еще не определились. Еще впереди 10 дней. Ну вы мне, если что, звоните, я всегда подскочу, может, что, помогу. Ну, что касается экскурсии, вы уже поняли. Мы второй раз в Таиланде так-то, ну, знаем, ездили на Квай, там еще куда-то. С Нижнего Тагила, да? С Нижнего, самого. Молодцы. И дюшу перед Новым годом вы путевки себе где-то достали? Дорого. Мы за 2 месяца взяли. А, вы заранее брали, ясно. Там я отслеживал как раз, смотрел, о, а еще дешевые были мы. Опоздали на недельку, еще бы дешевле взяли. Ну, я считаю, за 53 тысячи. Совсем да. Ну ладно, пообщаюсь я с подписчиками без камеры, будем с вами прощаться. Счастливо всем. Прощайте. Пока. До следующих встреч.